Всем привет! Рюдзи, сыщик, знакомый, кстати, персонаж. Он хочет с нами поиграть, давайте посмотрим. Дуэли, приключения, приключения, ребят. Там приключения всегда будет легче, потеряв не менее. Да, и условия, смотрите, какие. Поехали, давайте начнем. У него тоже будет, скорее всего, куча карт подкреплений, да? Ладно, оставляем как есть, и даже менять ничего не... Ох, ты ж фатуи! Ну это за... Ух ты! Подожди, в начале фазы ходов персонажи обоих соперников получают одну единицу энергии. Серьезно? Давайте посмотрим, как это работает. А, это карта, скорее всего, которую нам дадут, да? Я не посмотрел награды, может быть, это действительно что-то похоже. Так, вообще ни одного дайса подходящего. О! Все поменялось резко, вы посмотрите. Двойные припасы. А почему у него сразу три-то? Это он что-то использовал, что ли? Я не понимаю. В чем прикол? Безумец. Так, ну на самом деле тогда мы... Давайте, знаете, что сделаем? Три. Я не смогу, наверное, ударить. Угу. Ну мне до ульты, на самом деле, дожить надо, да? То есть мы бьем так и бьем так. У нас еще две остаются. Если в этом смысл. Можем, на самом деле, попробовать вот так вот, да, сделать. Хотя у него получается до ульты-то, следующей ульты, получается, надо всего лишь подождать. Идеально. Идеально. Теперь нам нужно просто ульту получить, да? Так, количество... Нет, конечно, мне это не интересно. Мне интересно, знаете, что вот это мне интересно? Ой. Ну ладно, у него щит этот дурацкий, я не знаю. Мне он просто... Без комментариев. Все, щита нет, отлично, сняли. Ну, точнее, он даже просто снялся. Конец хода, и мы будем первые начинать. Я думаю, через делюка пойдемте, давайте. Если... А, он поменяет карту, он карту поменяет. Водяной, ё, заморозка. Как же это не... неприятно, да? Но я все равно на делюка переключусь. У него будет еще карта оружия. Да. Так, дамочка. У них у всех заполнены шкалы. Как это возможно? Что? Как это возможно? Я не понимаю. Это реально так, так и должно было быть? Безумие. База ходов. Поехали, поехали. Дайте мне, пожалуйста. Я первый должен начинать. Так, если я сейчас быстрое действие сделаю, да? Делаем быстрое действие. Меняем карту. А может даже сейчас? Секунду, секунду. У меня может карта есть... Да, ничего нету. Ладно, мы в любом случае меняем. И теперь мы можем бить. Довольно больно бить, по идее. Кстати, надо было на самом деле вот этого поставить. Я не подумал об этом, да? Вагнер, конечно, всегда лучше. Ну, неплохо, неплохо. Что это было? Мой ход, ну, я могу убить ее, да, получается. Я, в принципе, если переключаюсь, я ее убиваю. Так. Ну, нет смысла, наверное, да, его оставлять. Давайте просто переключимся, убьем ее. Отлично. У нас еще один заряд остается. А, он же будет бить своей ультой. Что ты, щит поставил? Так. По сути, если я переключусь, я его заморожу, да? Опять, еще раз? Ой, я не знаю, стоит ли, ребят. Ну, ладно, пусть будет так. Может быть, это, кстати, была ошибкой моей. Хотя, с другой стороны, он начнет с этой карты, да? Ему придется переключиться и передать хоть ход мне, в любом случае. А, нет. Или да? Нет. Заморозка-то спала после финальной фазы. Она ж не будет переходить на следующую, да? Ох, ладно. Будем надеяться на лучшее. Давайте-ка. Ход противника, окей. Что мы можем сделать? Мы можем поставить восстановление, скорее всего. Это лучший вариант, да? Или, да, скорее всего, восстановление придется поставить. Это после финальной фазы, да, восстанавливает активному персонажу все пычные атаки. Ух,
Ладно, давайте так. А, да ладно тебе! Офигеть! А, какая удача! Я бы сказал бы так именно, да? Какая удача! Минус 11! Да! Вот это делюк, ребят. Базовая карта. Обалдеть. Так, прекрасно. Он оглушен, по идее. По идее, в принципе. Если я сейчас кипну, я первый буду бить, и я его просто добью, ребят. Я же просто его добиваю. Или он уже... Да, противник... А, нет, подождите. Я не заметил, как он... О, капец. Ну ладно, в любом случае, если я потеряю одну карту, здесь не имеет никакого значения. А, я не потеряю ни одной карты. Замечательно. Ууу, базовая колода просто тащит, ребят, просто тащит, я в шоке. Да, мы выполнили, кстати, все условия на выйти. Красная кнопка под видео, подписываемся, пишем комментарии, ставим лайк, нажимаем на колокольчик и смотрим видео до конца. А также подписывайтесь на канал Дзен и Рутюб, ссылочка в описании к этому видео. Так, я понял, как выиграть. В будущем буду противостоять Санга с твоей колодой. Увидимся, ребят, пока-пока.